По традиции, рабочая неделя в администрации района началась с расширенного планерного совещания. Прежде чем приступить к рассмотрению текущих вопросов, глава района Заур Хамирзов выполнил приятную миссию. За заслуги в области культуры вручил благодарность главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова артисту-вокалисту Центра народной культуры Адаму Карданову. Глава района поздравил его с заслуженной наградой и пожелал дальнейших успехов. Далее Заур Хамирзов ознакомил присутствующих с повесткой дня. Первоочередной темой стало оказание помощи семьям военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины. Глава муниципалитета отметил, что в регионе проводится серьезная работа в этом направлении. По поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова для их детей дошкольного возраста будет отменена родительская плата за посещение детских садов, а школьникам обеспечено бесплатное горячее питание. Затем заместители главы района, руководители учреждения отчитались о проделанной работе и доложили о планах на ближайший период. В завершении Заур Хамирзов попросил участников совещания более четкого и оперативного выполнения в срок данных поручений.